Какой подарок сейчас ждет наших телезрительниц? Это просто завораживающее зрелище. Вы посмотрите, эффектный кардиган, практически миди, и это на лето. Кардиган Шарлотта. И если вы сейчас задали себе вопросом, ну кардиган, ну летом, а зачем он мне? А вспомните, утром прохладно. Днем жарко, вечером снова ветерочек. Да, вот летом вообще может быть абсолютно любая непредсказуемая погода. Кардиган всегда скрасит ваше настроение, потому что мерзнуть никому не хочется, даже в красивой одежде. Итак, давайте посмотрим на расцветки, которые доступны на нашей модели, на Ксюше. Вы видите нежную расцветку. Цвет розовый. Розового цвета. Конечно же, здесь еще и ажурная вязка, о ней мы поговорим чуть позже, но вы видите, что полотно легкое, полотно приятное. Итак, от розового цвета давайте сейчас рассмотрим бирюзу. Да, бирюзу сегодня выбирает наша модель Елена. И посмотрите, если у Елены черная блуза, черно-белые брюки, она выбрала для себя яркий акцент, да. Именно кардиган в цвете бирюза. Она как бы его, этот образ разбавила, сделала более ярким. Давайте посмотрим все цвета, которые у нас есть в наличии. Итак, бирюзовый, розовый мы уже посмотрели. Сейчас хочу представить вот один из самых нарядных. Это кремовый цвет. Вот, кстати, я вспоминаю первый модный час, платье Бажен, если вы выбрали его для себя, красиво будет смотреться. Следующий цвет нашей коллекции – это цвет сиреневый. Да, вот она вязка ажурная, вы видите, что она полупрозрачная, об этом поговорим чуть позже. А теперь еще один нарядный вариант кардигана, безусловно, невозможно себе отказать в таком красивом цвете. Это цвет мята. Вкусный и освежающий. В моих руках цвет брусника и цвет розовый. 6 оттенков кардигана Шарлотта. И цена менее 2000 рублей. Ты знаешь, Надюш, почему я так и сакцентировала на цену? Моя мама вяжет вручную. Я знаю, да, сколько я сейчас знаю. Стоит пряжа. А вот ты знаешь, чтобы связать такой кардиган, понадобится, ну, минимум мотков 15-20, в зависимости от размера, если, да, вязать. А каждый моточек сейчас стоит от 300 рублей и выше. Посчитайте сами. Посчитайте сами, да это просто прорва денег. Итак, друзья, вы выбираете свой цвет. Я не могу их скрывать, потому что наши телезрители должны понять и определиться с цветом. Детально хочется отметить, давайте сразу вот сейчас Арина примерит на себя. А я не могу, а почему, девочка, можно? А мне, я тоже хочу быть красивой, нарядной. Кондиционер стал дуть, мне прохладно, я раз. Ну вот, обращай твое внимание, что несмотря на то, что кардиган вязаный, у тебя абсолютно летний образ, согласись. Да. Летящий, легкий, летний. Можно вот так закатать рукава, будет красиво. И главное, что этот кардиган, он вообще уместен не только летом, но и весной, и осенью. Эх, надо было брать сиреневый. Давай я сейчас и сиреневый возьму. Вот, кстати, мы здесь можем выбирать цвета, а можете ли вы, это другой вопрос. Вот я понимаю, когда сложный выбор, Надюш, мне кажется, нужно не сомневаться. Белый праздничный, например, на вечер, да, с красивым платьем, вечерним, накинуть на плечи. Если вы выбираете какие-то яркие, то можно выбирать и яркие оттенки, вот так вот сочетая, смотрите. Да. Да, другое дело, вот красиво. Это у нас, кстати, еще была твоя блуза. В первом часе, да, Эквадор. Она была сиреневого цвета, очень было бы эффектно смотрелось. Кстати, тебе еще и бирюзовый кардиган. Сейчас мы все перемерим на Арише. Тебе сюда бы подошел еще и бирюзовый кардиган, потому что на твоей блузе экватор, покажи, пожалуйста, есть бирюзовые вставки. Ой, ну хватит обо мне, давай, да, про вязку. Ну, что я могу сказать, вязка безупречна. Смотрите сами. Сверху и донизу мы имеем дело с абсолютно ровными, вывязанными рядками. Это полотно, которое вывязывается на машине. Более того, здесь в составе 100% хлопок. Хлопковая нить, которая вывязана особым образом. Посмотрите, это российское производство, это наш бренд, который вас будет всегда согревать. А еще странить. Ты знаешь, очень многие женщины выбирают кардиган, чтобы смоделировать свой силуэт, особенно те, у кого широкие бедра. Широкие бедра или животик. Смотрите, мы по бокам при помощи кардигана как бы сужаем свое тело. А давай посмотрим на моделях. Давайте посмотрим, например, на Елене. Вот сейчас очень хорошо видно, она показывает, что у нее по бокам бирюзовый цвет все скрывает, а по центру у нас эффектный низ и верх. Ну и
Вот, смотрите, кстати, можно сделать акцент на пуговице, застегнуть кардиган, а можно не застегивать. А пуговичка у нас в этном стиле, деревянная, очень красивая, дополняет образ кардигана Шарлотта. Ну и вообще, мне кажется, Надюша, это просто, не знаю, полметра восхищения кружевной вязки. Ну да, здесь даже не полметра, здесь, наверное, метр. Посмотрим длину. Длина 113 сантиметров. 113 сантиметров. Возьмите, замерьте. Для вас это полноценное летнее пальто получится. И цвета такие нежные. Это роза, это цвет сейчас на нашей Елене бирюзовый. Бирюзовый, мятный, цвет брусника, сливочный. Вот вы смело сейчас можете выбрать один из оттенков. Я не устояла, примерила сразу несколько. Ну а почему нет? Почему кстати, не выбрать тебе, любимые цвета? Арина, тебе идет все, тебе бы и роза подошла, потому что ты загорелая девушка, эффектная. И бирюзовый. Давайте я еще раз назову цвета. Итак, брусничный цвет. На ваш выбор вязка везде одинаковая, одинаково качественная. Сливочный цвет. Ну, а если вы искали прохлады, освежающий цвет мята. Кстати, очень редкий оттенок в текстиле. Да, мята очень красивый цвет. Далее у нас роза, то есть сухая роза. Цвет очень благородный. И сирень. Сиреневый цвет, которым я сегодня дополнила свой выбор. Слушай, останусь так? Да, останусь, почему нет? Я сегодня выбрала для себя блузу экватор с первого прямого эфира и дополняю ее кардиганом Шарлотта. Вы тоже можете экспериментировать и меняться. Но, Надюш, нужно только выяснить. Все-таки вязаное хлопковое полотно. Многие опасаются, что уход может быть сложным, но либо, да, что-то вытянется. Есть подруга, которая тоже обожает вязаные вещи, но не покупает их в силу того, что за ними тяжело ухаживать. Нет! Стирайте вручную, либо на деликатном режиме стиральной машины. Единственная у меня есть рекомендация, это сушить кардиган, внимание, на плоской поверхности, то есть лежа, чтобы он не вытягивался. Ну а ты видела, тем временем наши модели тоже не устояли и решили сменить цветовые решения. К своему черно-белому варианту теперь Елена выбирает для себя кардиган в сливочно-кремовом цвете. Вот он уже строгий повседневный образ классика во плоти. Наша же Ксения остается яркой, летней, добавляет красок и освежает свой образ мятного цвета кардиганом Шарлотта. Итак, блуза Шерон плюс брюки Монтана плюс кардиган Шарлотта. Вы готовы, ну, я не знаю, посетить абсолютно любое место. Это такой дресс-код, где вас везде пустят. Посмотрите, вы можете в таком виде отправиться, например, гулять или вечером на вечернюю прогулку. А может быть, вы поедете в отпуск. И знаете, мы всегда в отпуске делаем вечерний променад перед сном вдоль набережной, когда горят фонари, через парк. И вот именно для таких случаев предусмотрен наш кардиган Шарлотта. Записываем артикул, записываем название кардиган Шарлотты. Выбираем один из шести оттенков.